На полки за самограшки! Через несколько дней мы будем отмечать наше самое важное событие. Что это за событие? And following Janmashtami, another auspicious day. И после Джанмаштами будет еще один благоприятный день. So how do we prepare for Janmashtami? Как нам подготовиться к Джанмаштами? There's a very nice verse. Есть один. Знаменитый, замечательный стих из 10 песни 2 главы, который описывает, как можно подготовиться к Джанмаштами. Текст не написан, поскольку... Canto 2, 10, chapter 2, text 37. Итак, Шримад Бхагаватам... Песня 10, глава 2, текст 37. Перевод Шрилы Прабхупады. Даже занимаясь разнообразной деятельностью, преданные, которые всецело погружены в мысли о твоих лотосных стопах и постоянно слушают, поют, размышляют и побуждают других помнить о твоих трансцендентных именах и обликах, всегда находятся на трансцендентном уровне
и благодаря этому способны постичь тебя, Верховную Личность Бога. Комментарий. Давайте вместе прочитаем. Даже занимаясь разнообразной деятельностью, преданные, которые всецело погружены в мысли о твоих лотосных стопах, постоянно слушают, поют, размышляют и побуждают других помнить о твоих трансцендентных именах и обликах, всегда находятся на трансцендентном уровне. И благодаря этому способны постичь тебя, Верховную Личность Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе объясняется, что значит заниматься бхакти-йогой. Шрила Рупа Госвами сказал, что любой, кто посвятил свою жизнь преданному служению Господу, иха яся харир досе, кто служит Господу делами, умом и речью, кармана манасагира, в каких бы условиях он ни находился, никилас ад пьявастасу, на самом деле является уже не обусловленной, а освобожденной душой. Дживан мукта саучате. Хотя такой преданный находится в материальном теле, он не имеет к этому телу никакого отношения, ибо занимает трансцендентное положение. Нараяна парасарвена куташчана бибети. Шримад Бхагаватам 6.17.28. Поскольку преданный поглощен трансцендентной деятельностью, он не боится существования в материальном теле. Иллюстрация освобожденного состояние служит молитва Шри Чайтани Махапрабху. Мама Джанмани Джанмани Шварепа Ватат Бхактира Хайтуки Твои. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью, служить тебе с бескорыстной преданностью. Шикшаштака, стих 4. Даже если преданный по высочайшей воле Господа рождается в материальном мире, он продолжает свое преданное служение. Когда царь Барата допустил ошибку, и в следующей жизни стал оленем, его преданное служение не прекратилось, хотя он был слегка наказан за свою неосторожность. Нарада Муни говорит, что даже если человек падает с уровня преданного служения, он не потеряется, тогда как непреданные совершенно потеряны, поскольку не служат Господу. Вот почему Бхагавад-гита 9.14 рекомендует, по крайней мере, всегда повторять Хари Кришна Махамантру. Сататам киртаянту мам ятанташ чатридаврата намасянташ чамам бхактя нитям юкта упасате. Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. Не следует отказываться от преданного служения, которое имеет 9 различных форм – шраванам, киртанам, вишну, смаранам, падасеванам и так далее. Самым важным из этих методов является шраванам – слушание наставления гуру, садху и шастра, то есть духовного учителя, святых ачарьев и ведических писаний. Саду шастра гуру вакья читете кария айкья. Мы не должны слушать комментарии и объяснения непреданных, ибо это строго запрещено Шрилой Санатаной Госвами, который приводит следующую цитату из Парма Пураны. Авайшнава мукодирна путам харика тамритам шраванам наива картавьям царво чиштам ятхапая. Мы должны неукоснительно выполнять это указание и никогда не пытаться слушать майявади, имперсоналистов, последователей философии пустоты, политиков или так называемых ученых. Строго избегая такого неблагоприятного общения, нужно просто слушать чистых преданных. В связи с этим Шрила Рупа Госвами дает такой совет. Шри Гуру Падашрая. Человек должен искать прибежище у лотосных стоп чистого преданного, который может стать его гуру. Чайтанья Махапрабху объясняет, что гуру – это тот, кто строго следует наставлениям Бхагавад-гиты. «Ярядайка тарикаха Кришна упадеш» – читает Чайтанья 7.128. Человек, который жонглирует словами, занимается магией или несет всякий вздор, чтобы сделать карьеру ученого – это не гуру. Гуру – это тот, кто передает другим Бхагавад-гиту наставления Кришны в неискаженном виде. Шрава нам очень важен. Необходимо слушать наставления вайшнавских садху, гуру и шастр.
Особое внимание в этом стихе следует обратить на слово «криясу», которое означает «занимаясь физическим трудом или работая». Люди должны заниматься практическим служением Господу. В движении сознания Кришны центром всей нашей деятельности является распространение книг, рассказывающих о Кришне. Это дело чрезвычайной важности. Преданные должны обращаться к каждому человеку, побуждая его читать книги о Кришне, чтобы в будущем этот человек тоже стал преданным. Именно к такой деятельности призывает нас данный стих «Криясу яс тватчаранаравиндайо». Занимаясь ею, преданные будут постоянно помнить о лотосных стопах Господа. Тот, кто сосредотачивает все свои усилия на распространении книг, делая это для Кришны, полностью погружается в сознание Кришны. Это и есть самадхи. Шри Прабхупада Ки Джай. Очень сильный комментарий, Махарадж, да? Очень сильный комментарий. Насколько я понимаю, многие преданные здесь выходят распространять книги. Кто из вас выходит книги распространять? Поднимите руки. Ом агьянта мандасья гьянанджана шакьяя чакшуритамина тасмай шри гурве маха шри чайтанья мудхишта саритамьена буддаве саям рубахтарам бандехам шри гурум шри Shirupam Sagratam Sagranatam Tantam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Shri Radha Krishna Padam Sagranam Dalitam Shri Shakam Hare Krishna Karuna Sindhu сейчас готовимся к тому, чтобы отмечать самый благоприятный день явления Господа. And the best way to prepare for the Lord's appearance is by following the advice in this verse in purport. И самый лучший способ подготовиться ко дню явления Господа – это последовать тем советам, которые даются в этом стихе и комментарии. So this verse is on the 10th canto, which describes the appearance of the Lord. Этот стих из 10-й песни, в которой описан приход Господа. Шримад-Бхагаватам очень систематическим образом представляет науку самосознания. В 10-й песне описывается явление Господа и соответственно, его различные трансцендентные деяния, которые последовали за этим явлением. So the demigods are praying for the appearance of the Lord. И в этой главе полубоги молятся Господу перед тем, как Он явился. And the demigods are offering this prayer. И полубоги возносят эту молитву. The demigods are empowered representatives of the Lord. Полубоги — это представители Господа, которые наделены Его полномочиями. Unlike you and me,
Lord appears of his own free choice. В отличие от нас с вами, Господь приходит по своему собственному выбору. And the Lord takes on his own devotees as his father and mother. И Господь принимает своих собственных преданных в качестве своего отца и матери. Brothers. И братьев. Last night we were explaining that whenever the Lord appears, Balaram also appears. Вчера вечером мы говорили о том, что когда Господь приходит сюда, Господь Баларама приходит вместе с Ним. Sometimes the older brother, sometimes the younger brother. Иногда как его старший брат, иногда как младший брат. And why does he appear? И почему он приходит? To make the Lord's pastimes more relishable. Чтобы сделать игры Господа еще более сладостными. Why did Krishna select Vasudeva and Devaki? Почему Кришна выбрал Васудеву и Деваки, чтобы они были его отцом и матерью? The Lord had previously also selected the same Vasudeva Devaki as his parents. Раньше Господь также выбирал Васудеву и Деваки тех же, чтобы они были его родителями. The Lord first took birth from Sutapa and Prishni. В прошлом Господь рождался у Сутапы и Пришни. Then from Kashyapa and Aditi. Затем у Кашьяпы и Адити. And then from Vasudeva and Devaki. И затем у Васудевы и Деваки. In this incarnation, Vasudeva and Devaki had performed very extensive austerities for 12,000 celestial years. В этом воплощении Васудева и Деваки совершали очень суровые аскезы в течение 12,000 лет полубогов. And what was their desire? И каково было их желание? To have the Lord as their son. Чтобы Господь стал их сыном. They underwent extreme austerities. Они подвергали себя суровым, очень суровым аскезам. Tapasya param jyotir bhagavatam udhokshujam. In the third canto of the Bhagavatam, Lord Brahma says that if you want to understand the Lord, you have to perform austerity. В третьей песне Шримад-Бхагаватам Господь Брахма говорит, что если вы хотите постичь Господа, вы должны совершать аскезы. These days, very few religious preachers talk about austerity. В наши дни очень немногие религиозные проповедники вообще говорят об аскезах. Правда? So, of course, austerity we practice is not as extensive, is not as intensive as Vasudeva and Devaki. Конечно, мы совершаем не такие аскезы, которые совершали Васудева и Деваки. For 12,000 celestial years, they didn't eat anything. В течение 12,000 лет полубогов они ничего не ели. Only dry leaves that fell off trees. Они не ели ничего, кроме сухих листьев, которые сами падали с деревьев. Air. И питались также воздухом. If you ate that diet, you'll have to close the kitchen department of the temple. Если у нас тоже будет такая диета, то кухню можно будет нашу закрыть просто в храме. And 6 months for early years is equal to 12 of these celestial planets. И 6 земных месяцев равны 12 часам по исчислению полубогов. So this was their intense devotion and austerity. И таким образом они совершали удивительные аскезы и обладали огромной преданностью Господу. In the Bhagavad Gita, Krishna says, "Janma karma chame divyam." My appearance and disappearance are both completely transcendental. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Джанма карма чаме дивьям». Мой приход и уход в этот мир и уход из него абсолютно дивьям, трансцендентны. Again in the Bhagavad-гита Krishna says: «Yada yada dharma se gnanin bhaktirman vritan dharma se dadatmanam shrijam yaham». Shrijam means I manifest myself. Также в Бхагавад-гите Кришна говорит: «Yada yada dharma se». Сиджами Ахам. Сиджами значит я проявляюсь. We never say Krishna takes birth. Мы никогда не говорим, что Кришна рождается. Important to understand. Это очень важно понять. Krishna manifests himself. Кришна просто проявляется.
on his own free choice. По своему свободному, по своему решению собственному. Why? Почему? Why? Для чего он приходит сюда? Паританая садхана виничита друкшута дарма сатапанатая самамама йогаге to establish religion. Кришна говорит, паританая садхана виничита друкшута, я прихожу сюда, чтобы установить религию. So Krishna establishes religion. Dharmam is Sakshat Bhagavat Panitam. Religion means the birth of God. Krishna приходит сюда, чтобы установить религию. Dharmam to Sakshat Bhagavat Panitam. Религия значит слова Бога. Religion is not something that you and I can fabricate. Религия это не то, что мы с вами можем сами придумать. I think in this way, hence this is religion. Я вот думаю вот так, и поэтому вот это вот такая религия. The Lord, in the Bhagavatam first canto it is said, the Lord has departed from the planet, but his instructions have been left behind in the pages of the Srimad Bhagavatam. В первой песне Шримад Бхагаватам говорится, что Господь покинул эту землю, но его наставления остаются здесь, на страницах Шримад Бхагаватам. So the point is, the words of God that are found in the scriptures are the guide for humanity. И суть в том, что наставления Господа, Его слова, которые мы можем прочитать в священных писаниях, являются руководством для всего человечества. In this verse today, the demigods are giving us guidance how to understand the Supreme Personality of Godhead. В этом стихе, который мы читаем сегодня, полубоги дают всем нам наставление о том, каким образом мы можем постичь Верховного Господа. To understand God is easy and not easy at the same time. Постичь Бога одновременно легко и в то же время нелегко. It is easy if you follow the process. Это легко, если вы будете следовать авторитетному методу. And difficult if you speculate. Но это трудно, если вы просто пытаетесь что-то выдумать. People often say, can you show me God? Люди часто говорят, а вы можете показать мне Бога? Yeah. Да? Have you seen God? Вы видели Бога? So our answer is, наш ответ, we need the eyes to see God. Чтобы увидеть Бога, нужны соответствующие глаза. But how to develop that eyesight? И как развить это зрение специально, чтобы увидеть Бога? It's being explained in this verse. Это здесь объясняется в этом стихе. So what are the demigods saying? И что говорят здесь полубоги? They're saying, even while engaged in various activities. Они говорят, даже занимаясь всевозможной деятельностью. Bhagavad Gita and the scriptures do not preach inaction. Bhagavad Gita и другие писания не проповедуют бездеятельность. In fact, Arjuna wanted to be inactive. He wanted to refrain from fighting. В действительности Арджуна хотел отойти от дел, хотел уйти от сражения, не сражаться. What did Krishna tell him? Но что сказал ему Кришна? What did he tell him? Что он ему сказал? Fight. He said, engage in your duty. Он сказал ему, выполняй свой долг. And fight with your mind and intelligence dedicated to me. Сражайся и при этом сосредоточь на мне свой ум и разум. The famous word, tasma sarvesha kaleshu, mamma mamma anasmana yudhaja. With your mind and intelligence dedicated to me, take part in this battle. В этом знаменитом стихе tasma sarvesha kaleshu, mamma anasmana yudhaja. Кришна говорит Арджуне, сосредоточь на мне ум и разум и сражайся. So, duty has to be engaged in. Таким образом, мы должны выполнять свои обязанности. And Prabhupada, in the concluding paragraph of this purport, talks about the importance of distributing transcendental literature. И в последнем абзаце этого комментария Шрила Прабхупада говорит о важности распространения трансцендентных книг. You heard that? Вы слышали об этом, да? Prabhupada says, one should engage in practical service to the Lord. Шрила Прабхупада говорит, человек должен заниматься практическим служением Господу. So we'll come to this point a little later. Мы немного позже поговорим об этом. So demigods are saying,
While engaged in your various duties, devotees should engage the mind in thinking of the lotus feet of the Lord. Так полубоги говорят, даже занимаясь всевозможными делами, выполняя свои обязанности, преданные должны вовлекать свой ум в мысли о Господе. We see this point repeated again and again in the scriptures. Мы видим, что в Писании снова и снова говорится об этом. Based on the principles of Shravanam and Kirtanam. В Писании снова и снова говорится об этих основополагающих принципах Шраванам, Киртанам. This is not the only verse presenting this theme. Это не единственный стих, в котором говорится об этой теме. In the Purport Prabhupada course, that Prahlad Maharaj has explained the ninefold process of devotional service. В комментарии Шрила Прабхупада цитирует Прахлада Махараджа, который описал девять методов преданного служения. Prahlad was being trained by the sons of Shukracharya. Сыновья Шукрачарьи обучали Прахлада. What were their names? Как их звали? Sanda and Amarika. Sanda и Amarika. They were the two teachers. Это были два его учителя. They got chastised by Hiranyakashipu. Hiranyakashipu их ругал. So what is it? Who is teaching my sons? Who is teaching my son? Knowledge about Vishnu. Он их ругал, говорил, что такое, кто научил моего сына знанию о Вишне, о Вишну. Sanda and Amarika said, "Don't scold us. We are not responsible." Sanda и Amarika сказали, не ругай нас, мы не виноваты. We don't know ourselves how he gets all this knowledge. Мы сами не знаем, откуда он набрался всего этого. But they said, "Don't worry. We will brainwash your son." И они сказали, не волнуйся, мы промоем мозги твоему сыну. And they tried their best. И они изо всех сил старались. So one day, the demonic Hiranyakashipu placed Prahlad on his lap. И однажды демон Хираньякашипу усадил Прахлада к себе на колени. And he asked his dear son. И спросил своего дорогого сына. What is the best that you learned? Of all that you learned, what is the best? Из всего, что ты выучил в школе, что является самым лучшим? And what did they reply? Что ответил Прахлад? Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasenam, Ajamanyam, Dasam, Sakyam, Angalivayam. The ninefold process of devotional service. Он написал метод преданного служения, который состоит из девяти составляющих. So, Rupa Goswami doesn't say you have to renounce everything. Рупа Госвами не говорит, что вы должны от всего отречься. Prabhupada quotes this point in the Purport. Шрила Прабхупада цитирует его слова в комментарии. Prabhupada explains, this is how one can practice devotional service. Шрила Прабхупада объясняет, именно таким образом можно заниматься практикой преданного служения. So based on our abilities, we may have different activities. В соответствии с нашими способностями у нас могут быть разные занятия. Krishna doesn't say don't engage in activities. Кришна не говорит, что мы не должны ничем заниматься. But Krishna says, yad karoshi, yad lasnasi, yad yavosi, yadasi yad. Yad tapasasi kaunteya, tad kurushamad. Whatever you do, whatever austerity you do, whatever charity you do, whatever action you perform, do it for my pleasure. Кришна говорит в этом стихе, яд хороший, яд дашнаси и так далее, что бы ты ни делал, какую бы аскезу ты ни совершал, какую бы пожертвование ты ни делал, что бы ты ни ел, делай все это как подношение мне. So the demigods are encouraging us to absorb our mind in thinking about the Lord's transcendental pastime. Итак, полубоги вдохновляют нас сосредоточить ум на мыслях о Верховном Господе. Plus hear and chant Shravanam and Kirtanam. И плюс к этому нужно слушать о Господе и говорить о Нем, повторять Его Святое Имя. Then you can please the personality of Godhead. Таким образом вы сможете удовлетворить Верховного Господа. Last night we were explaining how before the appearance of Lord Balaram, the six sons of Devaki were
Вчера вечером мы говорили о том, как перед явлением Господа Баларамы у Деваки было 6 сыновей, которых убил Камса. И мы говорили о том, что, как объясняли Ачарьи вот это. The six sons represented different anarthas. Вот эти 6 сыновей Деваки олицетворяют различные анартхи. What are the anarthas? Какие анартхи? Unwanted things. Что такое анартхи? Анартхи – это нежелательные вещи, нежелательные качества. Unwanted. Недважно. То, что не нужно. And what are they? И что это за качество? Lust. Вожделение. Anger. Гнев. Greed. Жадность. Madness. Безумие. Illusion. Иллюзия. And? И? And зависть. Lord Chaitanya told the Brahma, told the Moga, as long as you have envy in your heart, Krishna will not recite that. Господь Читания сказал о Мокхе: до тех пор, пока в твоем сердце живет зависть, там не поселится Кришна. В материальной жизни нас всех переполняет зависть. Правда? Один человек завидует другому, другой завидует третьему. When somebody has something we don't have, we become envious. Когда у кого-то есть то, чего нет у нас, мы начинаем завидовать. Do we become envious in spiritual life also? А в духовной жизни мы также завидуем, испытываем зависть в духовной жизни. We should not. Но мы не должны. If we see someone with some abilities, we don't have to become envious and pull him down. Если мы видим кого-то, у кого есть какие-то способности, которых нет у нас, мы не должны ему завидовать и пытаться его как-то стянуть с его уровня. Rather we should take inspiration. Нет, мы должны вдохновляться его примером. So envy is there as long as you're on the bodily platform. И зависть остается до тех пор, пока мы находимся на телесном уровне сознания. Lust, anger and greed. What does Krishna say in the Bhagavad Gita? И вожделение, жадность и гнев. Что Кришна говорит в Бхагавад-гите о вожделении, жадности и гневе? Это три дороги, которые ведут в ад. Нужно избегать этого. Вы можете сказать, но ведь Господь Читания тоже гневался. Разве не так? Он гневался? When, когда? Когда? When he saw that Nityananda was attacked. Когда он увидел, что напали на Нитянанду. He's getting ready to use the Sudarshan chakra. Он был готов уже использовать свою Sudarshan chakra. Till Nityananda stopped. Но Господь Нитянанда остановил его. So what do we learn from this? И чему мы можем научиться из этого? On one hand, Lord Chaitanya preached Trinada Pisa Nichena. С одной стороны, Господь Читания проповедовал Тринада Пису Ничена. But then here he's getting angry himself. Но здесь он сам разгневался. Lord Chaitanya started the Sankirtan movement in Shivasangam. Господь Читания начал свое движение Санкиртан и в Шивасангаме. But after he started the Sankirtan movement, some people went and complained to the local Chankasi. Но когда Господь Читания начал свое движение Санкиртаны, некоторые люди пошли жаловаться местному правителю Чанкази. Stop Nimai Sankirtan movement. Они сказали, просили его, останови это движение Санкиртана Нимая. So Chankasi sent his men to break the mridangas, tell them that if they ever did this again, they would all become Mohammedans. И Чанкази послал своих воинов, чтобы они разбили мриданги преданных и предупредили им, запретили им петь и предупредили, что если вы снова будете петь святое имя, мы вас всех обратим в мусульман. So the devotees got scared and they stopped the sankirtan. Преданные испугались и прекратили санкиртану. Lord Chaitanya was very angry. No, we're not going to stop it. And he organized a big demonstration to the palace of the king. И Господь Читания очень разозлился и сказал: нет, мы не будем, мы не последуем его запрету. И он собрал большую демонстрацию и привел ее к дому Чанткази. So he could be angry, only when
God's work is being impeded. Можно гневаться, но нужно гневаться только тогда, когда кто-то пытается помешать деятельности Господа. So how can you overcome these anarthas? И каким образом можно преодолеть эти анархии? Can they be overcome or they cannot be overcome? Их можно победить или нельзя? Yes. Да. And the remedy is being given in this verse and parable. И средство для этого дается в этом стихе и комментарии. So what is being recommended by the demigods is engage your mind positively. В этом стихе полубоги рекомендуют нам занимать свой ум позитивным образом. Remember the transcendental names of the Lord. Помнить о трансцендентных именах Господа. And how do you remember the names of the Lord? Каким образом мы можем помнить об имени Господа? By chanting the names of the Lord. Повторяя имена Господа. So the best gift you can give the Lord on Janmashtami is a determination that you're going to improve the quality of your japa. Самый лучший подарок, который вы можете сделать Господу на его день явления на Джанмаштами, это решимость, которую вы пообещаете ему улучшать качество повторения святого имени. In many temples, devotees prepare gifts for the Lord. Во многих храмах преданные к Джанмаштами готовят специальные подарки для Господа. Вы здесь также делаете? Devotees room. Будьте себе шумать. Okay. So you do prepare. Таким образом, вы готовитесь, чтобы предложить Господу свои дары, подарки. Махарадж сказал, что ваш подарок – это марафон по распространению книг. But the devotees compose prayers, they make different items. Но помимо этого, преданные также делают разные подношения, пишут специальные молитвы, что-то делают для Господа, какие-то подарки. In many temples they offer hundreds of items of Janmashtami to the Lord. Во многих храмах на Джанмаштами Господу преподносят сотни разных подарков преданные. Some temples offer more than 1,000 items. You mean the food, sir? Преданные готовят там 108 блюд, или в некоторых храмах 1008 блюд преподносят Господу. But the best offering to the Lord is what is being recommended in this verse. Но самый лучший подарок Господу – это то, о чем говорится в этом стихе. Get absorbed in meditating on the lotus feet of the Lord. Погрузить свое сознание в медитацию на лотосные стопы Господа. Hear and chant and meditate on the Lord. Слушать о Господе, повторять Его имена, говорить о Нем и думать о Нем. The holy names of the Lord, as you know, are transcendental. Как вы знаете, святые имена Господа трансцендентны. What did Chaitanya Mahaprabhu say in Shikshastaka? Что говорит Господь Чайтанья Махапрабху в Шикшаштаке? My dear Lord, you have invested all your transcendental energies in the holy name. Он говорит, дорогой Господь, ты вложил все свои трансцендентные энергии в святые имена. And because the holy names are non-different from the Lord, you can chant the holy name day and night. И поскольку святые имена не отличны от самого Господа, мы можем повторять святые имена днями и ночами. Haridas Thakur, you can chant the holy name 300,000 times a day. Haridas Thakur повторял 300,000 святых имен каждый день. And he never got tired. И он не уставал от этого. So Rupa Goswami is saying, you can engage in service activity according to your ability. Итак, Рупа Госвами здесь говорит, что мы можем заниматься служением Господу в соответствии со своими способностями. By our activities, mind and words, we must engage in service to the Lord. Но мы должны занять свою деятельность, слова и мысли служением Господу. Initially, when you try to engage your body, mind and words in service to the Lord, it may appear bitter. Вначале, когда вы будете пытаться занимать служением Господу тело, ум и речь, это может казаться вам немного горьким. Правда? Because we're so accustomed to exactly the opposite. Потому что мы очень привыкли к прямо противоположной деятельности. What are we accustomed to? К чему мы привыкли?
engaging in праджалпа. Мы привыкли заниматься праджалпой. What are we accustomed to? К чему мы еще привыкли? Engaging in activity of sense enjoyment. Мы привыкли просто наслаждать свои чувства. What are we accustomed to? К чему мы еще привыкли? Contemplating means of sense enjoyment. К размышлению о том, как бы, чем бы понаслаждаться здесь. What are the materialists concentrating on? О чем постоянно думают материалисты, на чем они сосредоточены? Creating new avenues of sense gratification. О том, как бы создать еще новые способы для наслаждения чувств. Правда? Да. So now you're being told, do the opposite. А теперь вам говорят, что нужно делать прямо противоположное. Instead of праджалпа, chant the holy names. Вместо праджалпы нужно повторять святые имена Господа. Instead of contemplating sense enjoyment, contemplate Krishna and his activities. Вместо того, чтобы думать о том, о наслаждениях своих чувств, думайте об играх Кришны и его деяниях, святом имени. Instead of праджалпа, engage in Krishna katha. Вместо праджалпы занимайтесь Кришна катхой. So that is exactly the opposite of what you were used to. И это прямо противоположное по отношению к тому, к чему вы привыкли. Правда? Да. So in the beginning it's painful. И вначале это может быть болезненно. But then it becomes sweet. Но потом оно становится сладким. Just like Krishna discusses three types of happiness in the Bhagavad Gita. Как в Бхагавад-гите Кришна описывает три вида счастья в материальном мире. Happiness in goodness, happiness in passion. Happiness and ignorance. Счастье в благости, в страсти и невежестве. What did he say is a symptom of happiness and goodness? И каковы признаки счастья в благости, по его словам? What's the symptom? Что является признаком? Bitter in the beginning. Что в начале это то, что кажется горьким. Sweet in the end. Но потом в конце является сладким. And it makes you to self-realization. Это то, что пробуждает вас к самоосознанию. Правда? So when you start spiritual life, when you try to execute what is being advised here, it's a little bitter in the beginning. И в начале, когда вы пытаетесь следовать духовной жизни, жить духовной жизнью, пытаетесь следовать тем советам, которые даются здесь, это может казаться вам немного горьким вначале. But to pursue this path, you need determination. Но чтобы следовать по этому пути, идти по нему, вам нужна решимость. That's why Rupa Goswami says, Utsaha Nishchaya Dharya. One of the factors conducive for self-realization is determination. Поэтому Рупа Госвами говорит Утсаха Нищая Дарья. И один из факторов, который способствует развитию в преданном служении, это решимость. И откуда приходит к вам эта решимость? Если вы будете следовать совету, советам, которые даются в этом стихе. Как Рупа Госвами также объясняет, что благодаря баджана крии, практике преданного служения, постепенно вы достигнете уровня ништхи. So the verse is encouraging. And Rupa Goswami is encouraging, as Prabhupada quotes in the purport, to engage our activities, mind, and words in service of the Lord. Итак, в этом стихе говорится о том, что нужно занимать свое тело, речь и мысли в служении Господу. Об этом же говорит Шрила Прабхупада в комментарии, и об этом же говорит цитата Рупы Госвами. So when you're acting in this mentality, how you are in the material world, you are free from the material world. И если вы будете действовать в таком настроении, занимая тело, ум и речь в служении Господу, то даже находясь в материальном мире, вы будете уже свободны от его влияния. Bhagavad-gita gives an example. Lotus leaf in water, but it's not touched by the water. Bhagavad-gita приводит пример. Лотос, который растет в воде, но вода не касается его. So lotus leaf is in water, but not touched by the water. Лотос растет в воде, но он не касается воды. So being in the material world would be detached. Таким образом, вы тоже должны, находясь в материальном мире, стать непривязанными к нему. So what is being recommended here is to engage actively in devotional service. Итак, здесь рекомендуется активно заниматься преданным служением. So,
So one is actively engaged in Sharanam, Kirtana, Vishnu, Smaranam. Then you are progressing on the path of understanding the law. Если человек будет активно заниматься Шраваном, Киртаном, Вишну, Смараном, то он будет очень быстро продвигаться на пути постижения Бога. So this is the ideal way to prepare for the auspicious occasion of Janmashtami. И вот это идеальный способ подготовиться к благоприятному дню Джанмаштами, дню явления Господа. The process of devotional service is so safe that even if you make a mistake, the service rendered doesn't go in vain. И процесс преданного служения настолько безопасен, что даже если вы совершите какую-то ошибку и сойдете с этого пути, ваше служение Господу никогда не пропадет, оно останется всегда с вами. В комментарии Шрила Прабхупада рассказывает историю, говорит об истории царя Бхараты. Царь Бхарата совершал очень большие аскезы. When he went to the forest, he made one mistake. Но когда он был в лесу, совершал аскезы, он совершил одну ошибку. What was the mistake? В чем была его ошибка? He got attached to the deer. Он привязался к оленю. But he didn't have to stay for long in that, because he had also done devotional service. Потом ему пришлось родиться оленем, но ему не пришлось долго оставаться оленем, поскольку он занимался преданным служением. Преданное служение никогда не проходит бесследно. Аджамила попал в дурное общество. Дурное общение. Он лишился своих качеств, характера. Начал грешить, совершать греховные деяния. Но две вещи его спасло. One is the devotional service he did in the past. Первое это преданное служение, которое он совершал в прошлом. And two, I think второе, the name of Narayan. То, что он произносил имя Нараяна. Even though it was the name of his son. Хотя при этом он имел в виду своего сына, это было имя его сына Нараяна. So the point is, by one who engages in devotional service, is never a loser. И суть в том, что любой человек, который совершает преданное служение, никогда не оказывается в проигрыше. Шрила Свами says, the path of devotional service is so safe that even if you run on this path with your eyes closed, you will not fall. Шрила Свами говорил, что путь преданного служения настолько надежен, безопасен, что даже если вы побежите по нему, закрыв глаза, вы никогда не упадете. So this path of Sharanam Kirtanam Vishnu Smaranam is very important for anyone wishing to make spiritual advance. И вот этот метод Шраванам Киртанам Вишну Смаранам очень важен для любого человека, который хочет духовно совершенствоваться. And we can practically see when we engage in Shravanam Kirtanam, you feel enthusiastic yourself. И вы можете сами на практике убедиться, что если вы как следует следуете этому методу Шраванам Киртанам, то у вас появляется большой энтузиазм служить Господу. Правда? When you do your Shravanam Kirtanam trance rounds nicely in the morning, you feel enthusiastic all day, and you feel determined to fight Maya. Если вы внимательно хорошо повторяете свои круги рано утром, то у вас весь день сохраняется вдохновение совершать служение, и у вас весь день есть решимость сражаться с Майей. And when you don't take part in Shravanam Kirtanam, then Maya begins to look beautiful. Но когда вы не совершаете достаточно Шраванам Киртанам, то Майя начинает казаться вам снова красивой. When you have good sadhana and good chanting, Maya appears ugly, Krishna appears beautiful. Если вы как следует следуете садхане, повторяете свои круги, то Кришна вас привлекает, кажется красивым, а Майя кажется безобразной, страшной. And when you don't chant and read, etc., then what happens? The opposite. Krishna appears ugly, Maya appears beautiful. Но если вы не повторяете свои круги, не следуете садхане, не читаете книги, то что происходит? Прямо противоположное. Кришна начинает казаться вам некрасивым, страшным, а Майя становится, кажется вам красивой и привлекательной. So if you want to understand the Supreme Personality of Godhead, the process is Shravanam and Kirtanam. Если вы хотите постичь Верховную Личность Бога,
то метод для того, чтобы постичь его, это Шраванам Киртанам. To understand the Lord, we need purification. Для того, чтобы постичь Бога, понять его, нам нужно очистить свое сознание. And how to get purification? И как можно recommended in this word. Очистить свое сознание, об этом говорится в этом стихе. Further in the Prabhupada, Prabhupada talks about, Rupa Goswami talks about, Sri Guru Padashraya, take shelter of a pure devotee. Затем в комментарии дальше Шрила Прабхупада цитирует Рупа Госвами, который говорит о Шри Гуру Падашрая, о принятии прибежища у чистого преданного Господа. Rupa Goswami, the opening verse of the Sikshasaka, gives us guideline into the qualification of such a personality. Рупа Госвами в первом стихе Упадешамриты дает наставление о том, каковы качества такого человека, духовного учителя. What does he say on this regard? Что он говорит в этой связи? Vācha vegam manasa krodha vegam jīva vegam adhāra pastha vegam. One who wants to do this service, he must have control over his mind and senses. Тот, кто хочет выполнять это служение духовного учителя, должен обуздать свои чувства, язык, речь и так далее, гнев. So, one must ascend a bona fide teacher. Для того, чтобы духовно развиваться, нужно принять истинного духовного учителя. Chaitanya Mahaprabhu explained to Rupa Goswami, the first step, one should take shelter. Когда Господь Читания описывал принципы преданного служения Рупе Госвами, первое, что он сказал, это то, что человек должен принять прибежище у духовного учителя. So, служить ему, get initiated, получить у него посвящение, inquire how you can make spiritual life, задавать ему вопросы о том, как можно духовно совершенствоваться. And if you have to give up something, give it up, but be determined. И если для духовного развития нужно от чего-то отказаться, от чего-то неблагоприятного, откажитесь от этого, но идите по пути духовного развития. Rupa Goswami says, my dear friend, whatever price you have to pay, pay, but become Krishna conscious. Rupa Goswami говорил, дорогой друг, какую бы цену тебе не пришлось заплатить за сознание Кришны, заплати ее, но обрети любой ценой сознание Кришны. To succeed in the spiritual path, we have to, Chaitanya Mahaprabhu explains to Sanatana Goswami, reject what is unfavorable and accept what is favorable. И для того, чтобы достичь успеха в духовной жизни, как объяснял Господь Чайтанья Махапрабху Санатане Госвами, первое, человек должен отказаться от того, что мешает духовному развитию, принимать то, что способствует духовному развитию. And that should be that's a guideline for each one of us. И это должно стать принципом в жизни каждого из нас. In the concluding lines of the Prabhupada, Prabhupada talks about practical engagement and devotional service. В последних предложениях комментария Шрила Прабхупада говорит о практическом служении, о практическом занятии в преданном служении. So coming to Krishna consciousness doesn't mean that you become inactive. И прийти в сознание Кришны не означает, что вы становитесь бездельником и ничего не делаете. Rather, it means becoming more active than ever before. В действительности, сознание Кришны подразумевает то, что вы должны стать еще более деятельным, стать таким деятельным, каким вы раньше никогда не были. A minute lost cannot be made up with the wealth of the entire world. Потерянную даром минуту не вернуть даже за богатство всего мира. Time for a devotee is most valuable. Для преданного время является самой большой ценностью. Chinaki Pandit said, Ayusha Kashina, Ekopina, Lavayasmana, Kodibi. A minute lost cannot be made up with the wealth of the entire world. Чанаки Пандит говорил, что потерянную даром минуту не вернуть даже за богатство всего мира. So therefore, a devotee doesn't want to waste a minute. Поэтому преданный не хочет тратить даром ни минуты своей жизни. There was once a very pious king called King Katvanga. Одно в свое время жил один благочестивый, очень благочестивый царь Катванга. He had helped the demigods in defeating the asuras. Он помогал полубогам
победить демонов. And the demon and the demigod were very indebted to her. И полубоги чувствовали себя в большом долгу перед ним. Demigod said, "What favors can we do for you? What service can we do?" Полубоги спросили у него, что мы можем для себя сделать? What did Katvanga say? Что сказал Катванга? Just tell me how much longer do I have left to live? Катванга спросил, скажите мне просто, сколько мне осталось жить? A moment. Одно мгновение. Please let me descend to the earthly planet. So I can concentrate on the Lord while leaving the body. И тогда он попросил, пожалуйста, отправьте меня на землю, чтобы там я мог сосредоточиться на Господе, оставляя тело. Dr. Bhaktivinoda says a devotee is pessimistic. Шрила Бхактивинода Хакур говорил, что преданный является пессимистом. Pessimistic about what? Но пессимистом по отношению к чему? Finding happiness in material life. По отношению к тому, что в материальном мире можно найти счастье. So Prabhupada says in the concluding lines, engage in practical service to the Lord. И в последних предложениях комментариев Шрила Прабхупада говорит, занимайтесь практическим служением Господу. And Prabhupada says, in our Krishna conscious movement, all our activities are concentrated upon distributing Krishna literature. И в комментариях Шрила Прабхупада говорит, в нашем движении сознания Кришны вся наша деятельность сосредоточена вокруг распространения книг о Кришне. Why do we concentrate on preaching? Почему мы так концентрируемся на проповеди? What does Krishna say? Что говорит Кришна? Can you turn off your mobile? Пожалуйста, выключите свои мобильные телефоны. So, why do we concentrate on preaching? Почему мы концентрируемся на проповеди? Preaching is the medium through which we bring the lost children back to the Lord. Потому что проповедь – это способ вернуть заблудших детей Господа обратно к Нему. So I was very happy to hear that many of your devotees here are also going out on book distribution. Я был очень рад услышать, что многие из вас выходят распространять книги. How many of you are going out on book distribution? Кто из вас, еще раз поднимите руки, кто из вас выходит книги распространять? This is the highest welfare activity one can engage in. Это самая высшая благотворительность, которой человек может заниматься. Bringing back the lost children of the Lord. Возвращать потерянных детей Господу. We should never think we're distributing these books and nobody's reading them. Мы никогда не должны думать, что вот мы книги распространяем, а их никто не читает. Last night I gave you the story of somebody who had bought a book for 4 months, didn't read it. And a friend of his read it. Вчера я вам рассказывал историю, как один человек купил книгу и несколько месяцев он их не читал ее, но потом отдал своему другу, который прочитал и стал преданным. I know it's very good. Somebody had bought a Gita 4 years ago. No one read it. Finally, someone read it and became a devotee. И также история была, как один человек купил Бхагавад-гиту 4 года, она у него лежала, никто ее не читал, потом кто-то прочитал и стал преданным. So distribution of the transcendental literature is the most important service to humanity. И распространение этой трансцендентной литературы, этих трансцендентных книг, это самое важное служение всему человечеству. Krishna gives us the ability. Кришна дает нам способности делать это. Based on our surrender. В соответствии с тем, насколько мы предаемся Ему. Based on our purity. И в соответствии с тем, насколько мы чисты. That comes from good sadhana. А чистота приходит от хорошей садханы. So, engaging in preaching work is a privilege exercised by the most fortunate devotees. И участвовать в проповеднической деятельности – это особая привилегия, которая выпадает только самым удачливым преданным. So in the 10th canto, you read about Krishna's pastimes. В 10-й песне Шримад Бхагаватам описаны игры Кришны. When Krishna appeared, how did he appear? Когда Кришна пришел сюда, каким образом он явился? In his transcendental form. Он пришел в своем трансцендентном облике. He wanted his parents to be convinced. I have finally appeared. Он хотел, чтобы его родители поняли, что наконец Господь пришел. Поэтому он пришел в своем трансцендентном облике. And when his parents requested him to adopt a normal child's behavior,
Когда его родители попросили его принять образ поведения обычного ребенка, он стал обычным ребенком. When you read Krishna's pastimes, sometimes appears like a fairy tale. Когда вы читаете описание игр Кришны, иногда они могут казаться какими-то сказками. Yeah, but your mind might say, how is it possible that Krishna could have lifted a huge hill? Материальный ум говорит вам, да как это возможно, что Кришна смог поднять огромный холм? How could he open his mouth and show the whole universe to his mother? Как он мог открыть рот и показать целую вселенную у себя во рту своей маме? How could he kill his powerful demon Putana when he was only a human soul? Как он мог убить эту огромную демоницу Путану, когда ему было всего несколько месяцев от роду? It appears a fairy tale. When he saw Krishna as an ordinary personality. Но это кажется сказками только до тех пор, пока вы считаете Кришну обычным человеком. But when you're reading about God's activities, you should know that nothing is inconceivable. Но если вы понимаете, что вы читаете описание деяний Бога, то для Бога нет ничего невозможного. One of the Lord's names is Achintya. Одно из имен Бога это Ачинтья. What does Achintya mean? Что значит Ачинтья? Inconceivable. God is inconceivable. Бог непостижим. He can plant an elephant to the eye of a needle. Он может продеть слона через игольное ушко. Не трудно. Not difficult. Для него это не трудно. That's God. Таков Бог. So God doesn't need to be trained in gymnastics to knock out the asuras. Богу не нужно тренироваться в фитнес-центрах для того, чтобы накачать мышцы и побить демонов. He manifests the six offenses of his very appearance. С самого явления он проявляет все свои шесть совершенств бесконечной степени. And he has the six offenses to an unlimited degree manifested all the time. Все время проявляются все его шесть достояний в безграничной степени. Athasha Krishna Namadina went to heavenly eye. To try and understand God by material senses is impossible. Понять Бога материальными чувствами невозможно. Sevomukhi jiva do. But through the medium of service you can understand. But sevomukhi jiva do. С помощью преданного служения вы сможете постичь Бога. And how to get in that mood of seva? И как развить это настроение сева служения? By following the advice being given in this verse. Если вы будете следовать тому совету, который дается в этом стихе. As we get purified, you understand the Lord more and more. По мере того, как вы будете очищаться, вы будете все больше и больше понимать Бога. And how to get purified? И как можно очиститься? Being recommended in this verse. Здесь говорится в этом стихе. So take on Krishna's various pastimes. Итак, слушайте об различных играх Кришны. When Krishna started killing the demons, even the Briджабасис were amazed. Когда Кришна начал убивать демонов, даже Бриджабаси были поражены. But Mother Yasoda heard that her son had pulled down these huge Arjuna trees. She couldn't believe it. Когда мама Ясода услышала, что ее маленький сын свалил два огромных дерева, она не поверила в это. She said, how is it possible that my young son could have pulled down these trees? Она сказала, как это возможно, что мой маленький сын свалил два огромных дерева? When the Krishna was performing his childhood pastimes, which were all inconceivable, the Briджабасис also were bewildered. Когда Кришна совершал свои детские игры, которые были совершенно удивительны, Бриджабаси были сбиты с толку. They began to wonder, who is this young child? Они начали думать, кто же этот мальчик, кто этот ребенок? Is he Narayan? Может быть, это сам Нараяна? Is he a demigod? Или может быть, это какой-то полубог? Or maybe he had special mercy of the Lord. А может быть, просто Господь проявляет особую милость к нему? So to understand Krishna's transcendental pastimes. We need purification. И для того, чтобы понять трансцендентные игры Кришны, нам нужно очиститься. And how that purification comes? И каким образом мы можем очиститься?
by following the advice being given in this verse. Следуя совету, который дан в этом стихе. So the advice of this verse is very practical. Совет, который дается в этом стихе, очень практичный. This is almost the theme of every class you hear. Это, по сути дела, тема практически каждой лекции, которую вы слушаете здесь. Why? Почему? Because this is the key to spiritual advancement. Потому что это ключ к успеху в духовном совершенствовании. And you can experience this yourself. И вы сами можете на практике это ощутить, проверить. When you engage in Sharanam Kirtanam, you feel enthusiastic. Когда вы занимаетесь Шраванам Киртаном, вы испытываете энтузиазм. So Krishna establishes dharma. Таким образом, Кришна устанавливает дхарму. Krishna is pastime of superhuman. Все деяния Кришны сверхчеловеческие. God is inconceivable. Бог непостижим. God is simultaneously present and still retains his original spiritual form. Бог одновременно присутствует повсюду, и при этом он сохраняет свою изначальную духовную форму. He's infallible, he never makes any mistake. Бог непогрешим, он никогда не совершает никаких ошибок. Krishna told Arjuna, what you and I have appeared several times, and I can remember all my previous births, but you cannot. Кришна сказал Арджуне, мы с тобой много раз вместе приходили сюда, в этот мир, но я помню все свои явления, ты же не помнишь их. That's the difference between the individual and the Lord. Такова разница между обычной душой и Богом. We are conditioned. Мы обусловлены. The Lord is? Но Господь трансцендентен. Our senses are limited. Наши чувства ограничены. The Lord is unlimited. Чувства Господа безграничны. Our body is material. Наши тела материальны. The Lord is transcendental. Но тело Господа трансцендентно. We can only be present in one place. Мы можем находиться только в одном месте. Lord can be present everywhere. Но Господь присутствует повсюду. That's why He's God. Именно поэтому Он и Бог. The cause of all causes. И причина всех причин. Sometimes people say, God is the cause of all causes. Who is God's cause? Иногда люди спрашивают, если Бог причина всех причин, кто является причиной Бога? What does Brahma say on this point? Что Брахма говорит на этот? You are the cause of all causes, but there's no one who is your cause. Ты причина всех причин, но у тебя нет никто не является твоей причиной. Anadi Radha Govinda Sarva Karna Karna. You're the cause of all causes, but nobody is your cause. Anadi Radha Govinda Sarva Karna Karna. Ты причина всех причин, но у тебя нет причины. To engage in Sharanam Kirtanam Vishwasmaranam, which is the theme of this verse, and you can engage in them. At the same time, doing a various activities. Итак, занимайтесь Шраванам Киртанам, Вишну Смаранам, о чем говорится в этом стихе, и в то же время занимайтесь своими обычными делами, выполняйте их дальше. And then you will understand the transcendental law. И если вы будете следовать этой практике, то постепенно вы сможете постичь Господа. We should take on the different pastimes of the Lord. Мы должны думать о различных играх Господа. Take on one pastime of the Lord every day. Можете каждый день читать об одной игре Господа, думать о ней. How many of you read the Krishna book regularly? Кто из вас регулярно читает книгу о Кришне, источник вечного наслаждения? Read the Krishna book regularly. Нужно регулярно ее читать. Read one pastime a day. Хотя бы одну игру Господа в день. And then meditate on these pastimes. И затем думайте об этих играх Господа. And then you're guaranteed to succeed. И тогда вы гарантированно добьетесь успеха. Then there will be no room for garbage to sit in your mind. Тогда в вашем уме не останется мусора никакого. Your mind will be positively engaged. Ум будет ваш постоянно занят положительным образом. And you're positively engaged, you're spiritually safe. Если ваш ум будет занят положительным образом, то вы будете в духовной безопасности. Staying in associated devotees gives us the incentive to engage positively engaged. И нахождение в обществе преданных дает нам вдохновение заниматься позитивной деятельностью, преданным служением. That's why spiritual association is recommended. Именно поэтому так рекомендуется общение с преданными, духовное общение. Take advantage of it. Пользуйтесь благами этого общения. And engage in devotional service. И занимайтесь преданным служением. The best way to engage in service
И самый лучший способ служить Господу – это Шраванам Киртанам. Hare Krishna. It's quarter to 11. Уже почти без 15:11. Okay. Any questions? Есть у вас вопросы, пожалуйста. Дорогие преданные, пожалуйста, дожидайтесь, когда до вас микрофон дойдет, потому что в трансляции слышно только то, что в микрофон говорят. Yes. What are you from my Когда у вас приют? Во сколько брахмачари у вас просыпается утром? 3:15. Вот на пути преданного служения очень часто появляются преграды. Что нужно делать, чтобы дойти до конца? On the path of devotional service, we experience many impediments. So what should one do to overcome all the impediments and reach the final destination? By impediments, you mean challenges on devotional path, or you mean Maya's attacks? Под препятствиями, которые встречаются на пути преданного служения, вы имеете в виду какие-то трудные задачи, вызовы или какие-то нападки Майи? Атаки Майи. Okay. Maya will always attack. Майя всегда будет атаковать вас. Maya is seeing how sincere you are. Майя проверяет таким образом, насколько вы искренни. Maya is testing you. Майя таким образом вас экзаменует. And Maya is happy to be defeated ultimately. Но Майя в конечном счете очень рада, если вы ее победите. So therefore, we need Sharanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Поэтому нам нужно Шраванам Киртанам Вишну Смаранам. That is our defense against Maya. Это наша защита от Майи. If we take the defense, then we can face Maya. Если мы принимаем эти средства защиты, то мы сможем выстоять против Майи. In every temple, you'll find devotees who are very strict about Шраванам Киртанам. В каждом храме можно встретить преданных, которые очень строго относятся к Шраванам Киртанам. И у этих преданных всегда есть энтузиазм в служении. Но затем можно встретить тех, кто слабы в Шраванам Киртанам. И что можно обнаружить в их случае? Что их духовные усилия очень слабы, как правило. So, just like Krishna says, Devisha Gunamai Mama Maya Duratayo. To overcome this illusory energy is very difficult. Krishna говорит, Давихеша Гунамай Мама Майя Дурачая. Очень трудно преодолеть влияние моей иллюзорной энергии. But if you surrender to me, then you can overcome. Но если ты предашься мне, то тогда ты сможешь победить Майю. Okay. Хорошо? Yes, Maharaj. Махарадж. Гуру Махарадж, как вот в основном преданным на начальном уровне практиковать смаранам? И вообще можно ли практиковать смаранам? The question is about смаранам for the beginners, for the devotees in the beginning. How can they practice смаранам and if yes, how can they practice smaranam? Smaranam means to remember. Smaranam значит помнить. In other words, engage the mind positively. То есть, другими словами, мы должны занимать ум в сознании Кришны позитивно. Can the mind be idle? Ум может оставаться праздным, незанятым? Да. Да? Может? Нет. Нет. Even when you go to sleep, the mind is working. Даже если вы ложитесь спать, ум продолжает действовать. Don't you dream? Разве вы сны не видите? The mind is working. Это вот работа ума, продолжает работать. So you need to put something in the mind. Нужно уму дать просто занятие. And normally, what do we engage in? Обычно чем занят ум? Thinking about sense enjoyment. Мыслями о чувственных наслаждениях. But that's all we knew since birth. Поскольку это все, что мы знали с самого рождения. Since birth, all you were taught, eat, drink, and be merry. Потому что с детства вас учили только тому, что
Ешь, пей и веселись. And now you're getting a different culture. А сейчас вы пытаетесь приучиться к другой культуре. So it becomes a challenge. И это становится трудным вызовом. Krishna says, but those who worship me with devotion, I preserve what they have and I make what they like. Но Кришна говорит, тем, кто поклоняется мне с преданностью и любовью, я даю то, что им не достает, и сохраняю то, что у них есть. If we make an effort, Krishna helps. Если мы будем прилагать усилия, Кришна будет помогать нам. So think about Krishna's instructions from Bhagavad Gita. Таким образом, вы можете думать, помнить о наставлениях Кришны из Бхагавад-гиты. Или, и также примите настроение Прахлады Махараджа, который говорил, я не беспокоюсь о собственном освобождении. Я беспокоюсь о тех людях, которые в этом мире вместе страданий пытаются найти какое-то счастье. Вы можете помнить о любой, взять любую игру Кришны и помнить о ней, вспоминать, медитировать на нее. Okay. Таким образом можно заниматься смаранами. Куда бы ум ни убегал, возвращайте его к сознанию Кришны. God helps those who help themselves. Бог помогает тем, кто помогает сам себе. Да, Матыч. Акиншин выходит. Это же Майк. Да. Гром Хараш, скажи, пожалуйста, а как избавиться от телесной концепции или хотя бы уменьшить телесную концепцию собственную? Потому что ум всегда говорит, тебе надо больше отдыхать, ты перегружен, умрешь. Как это вот пережить или вообще избавиться от этого? Гром Хараш, how can we overcome the bodily concept of life, because the mind is always telling us you need more rest, you are overworked, you're gonna die if you will not take care of the body properly. So how to overcome this? We don't say don't get care of the body. Мы не говорим, что не нужно заботиться о теле. Take proper rest. Нужно отдыхать сколько нужно. Sleep 6 or 7 hours. Спать 6-7 часов в день. We don't say don't take rest. Мы не говорим, что не нужно отдыхать. We don't say fast. Мы не говорим поститесь. We don't say fall on the face of the Vasudeva Devaki. Мы не призываем вас следовать примеру Васудевы и Деваки. We take dry leaves and air. Есть только сухие листья и воздух. Take all the prasad you want. Ешьте столько просады, сколько хотите. So of course the body. The body is a medium through which you serve Krishna. Просто тело, нужно понять, что тело – это наше средство служения Кришне. Поэтому нужно тело поддерживать в рабочем состоянии. But don't overeat. Но не переедайте. Don't oversleep. И не спите больше, чем нужно. That's all. Вот и все. Там. Матаджи, вот. We're going to stop in 1 or 2 questions. Мы скоро уже закончим, потому что уже поздно. Дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, скажите, каковы критерии, по которым мы вкладываем свои ресурсы, силы в проповедь? Вот каковы критерии, в кого нужно вкладывать, а в кого не нужно силы? В смысле, каким людям нужно проповедовать, каким не нужно? Да. The question is, dear Guru Махарадж, how can we understand to whom we should preach and who is a fit candidate for preaching and who is not to, because it's an endeavor, so how to understand who is a, to whom we should preach more, to whom we should preach, how... Какова вот наша цель проповеди? Потому что мы можем проповедовать, например, людям в других городах, они не смогут прийти в наш храм, сделать пожертвования. То есть какова цель, конечно, нашей проповеди? What is also the goal of our preaching? Because we can preach in other cities to different people, but they cannot come to our temple, they cannot give a donation to the temple. So what should be the
The goal of our preaching, what should be the result of our preaching? The goal of our preaching is to make people happy. Цель нашей проповеди – сделать людей счастливыми. Make them Krishna conscious. Сделать их сознающими Кришну. Who to preach, who not to preach. Кому проповедовать, кому не проповедовать. Try preaching to everyone. Старайтесь всем проповедовать. And those are inclined. У тех, у кого есть склонность, они будут сотрудничать с вами, примут. And by experience, when you start preaching, you know who could become a devotee, who could not. И по опыту, когда вы начнете проповедовать, вы уже будете понимать, кто мог бы стать преданным, а кто не склонен стать преданным. С опытом это придет. Where to preach? Где проповедовать? Your intelligence. Используйте свой разум. All of you are intelligent Russian. Все вы очень разумные русские преданные. Prabhupada told when he went to America, he told the American devotees, "You're all Americans. Use your sharp intelligence to make people Krishna conscious." Когда шел Прабхупада в Америке, был он говорил преданным: "Вы все американцы, используйте свой острый американский разум для того, чтобы приводить людей в сознание Кришны." You a devotee uses intelligence to see. Преданный должен обращаться к разуму, чтобы понять, кому проповедовать, сколько кому проповедовать и так далее. Потому что ситуация может отличаться от одного человека к другому. Окей. Три вопроса, потом кончим. Наш поклон. Гуру Махарадж. Что такое бхакти-сукрити и есть ли деятельность, которая может разрушить бхакти-сукрити? What is bhakti-sukriti and what is the act bhakti-sukriti? The pious, the stock of piety that leads to bhakti. And what is there any activity that may destroy this bhakti-sukriti? Well, everybody comes to devotional service. Has done devotional service before. Любой, кто приходит, принимает преданное служение, в действительности преданным служением в прошлом занимался уже. And now Krishna is giving you a chance to continue. Просто Кришна дает шанс вам продолжить свое служение. What can destroy bhakti sukriti? Что может уничтожить, разрушить бхакти сукрити? Vaishnava парадхи. By committing offenses, we can spoil. People garden of devotional service. Совершая оскорбления, мы можем уничтожить свой сад преданного служения, испортить его. So be careful to avoid offense. Поэтому нужно старательно избегать оскорблений по отношению к вайшнавам. Окей, Матаджи-то. Матаджи вот сзади поднимала руку. Can you do the books? I opened the books yesterday. 102 books yesterday. So. Nice, you're cooking too. Все уже вчера. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, вот я хотела спросить. Ну, нужно медитировать на игры Кришны, но существует много книг, кроме книги «Источник вечного наслаждения», которая описывает игры Кришны и Радхарани. Стоит ли их читать на нашем уровне или сосредоточиться на книге Шрилы Прабхупады? You say that we should meditate on Krishna's pastimes, and there are many books describing pastimes of Krishna and Radharani besides the Krishna book. So should we try to read these books, or on our level we should just stick to Srila Prabhupada's Krishna book? Just stick to Prabhupada's book. Просто читайте книги Шрилы Прабхупады, этого достаточно. The philosophy has been properly presented. Потому что в книгах Шрилы Прабхупады вся философия представлена правильным образом. In the other books, you don't know how genuine the philosophy is. В других книгах мы не всегда знаем, насколько правильно там переведено и представлено все. Okay. Yes, Yoga Maya. Yoga Maya.
Микрофон возьмите. То, что трансляция, Еще одна просьба, потом кончу. Последнюю. Еще вопросы, потом закончу. Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, важно ли давать координаты при распространении книг? А то существует такая практика, взял пожертвование, дал книгу и до свидания. Is it important to give people the addresses of the temples when we distribute the books? Because sometimes devotees attempt to just give the book, to give get donation, and that's it. Should we give also the people the addresses of the temple to invite them? Sure, you can. It's going to vary from location to location. Конечно, вы можете приглашать людей в храм, давать им адреса. Окей, последний вопрос. Это будет по-разному в разных местах. Последний вопрос. Потом вопрос вечером. Остальные вопросы вечером. Майк. Микрофон. Гуру Махарадж, а как лучше изучать книги Шрилы Прабхупады? Гуру Махарадж, what is the better way to study Шрилы Прабхупады's books? Very simple. Очень просто все. First read the Bhagavad Gita. Сначала прочитайте Бхагавад Гиту. First came the Bhagavad Gita. Потом первую песню Шримад Бхагаватам. TLC. Потом учение Господа Чайтанья. When you read, read books with concentration. Когда вы читаете книги Шрилы Прабхупады, читайте их сконцентрированно. Not when you're tired and about to fall asleep and you open the Krishna book. А не то, что когда вы уже устали, почти засыпаете, и вы открываете Кришна Бук, книгу Кришна, или Бхагавад Гиту. Не используйте книги Шрилы Прабхупады как средство, чтобы уснуть, как снотворное. Читайте книги Шрилы Прабхупады, когда вы в бодрствующем состоянии. Если вы будете их внимательно читать, вы сможете понять их. But there'll always be questions. Но вопросы у вас всегда будут. Arjuna had so many questions. У Арджуны было столько вопросов тоже. Not some advanced devotees. Их вопросы можно задавать всегда старшим преданным. But as you read, you'll understand them more and more. И чем больше вы будете читать книги Шрилы Прабхупады, тем больше вы будете понимать. Okay. А читать нужно вслух или? Should you read aloud or? That depends upon the individual. Все зависит от каждого человека. Some people write reading, reading it softly. Кому-то нравится вслух читать, кому-то про себя. Both ways are okay. И так можно. Okay. Это хорошо. И так, so и так. Thank you very much. Большое спасибо. I must say your deities are looking very beautiful. Я должен сказать, что у вас божества очень красивые, красиво одеты. Pujari doing a good job. Pujari очень хорошо им служат, украшают. The Lord appears as Jagannath Subhadra and Balaram. Здесь у вас Господь как Джаганнат, как Баладева и Субхадра. And you have Gornitai deities. Gornitai. I heard you had a very glorious Balaram festival. И я слышал, что у вас очень хорошо прошел праздник Дня явления Господа Баларамы. Now you have 20 brahmacharis living in the temple. Теперь у вас в храме живет 20 брахмачари. Да? So that's very nice. Это очень хорошо. And many of you are going on a book distribution. Многие из вас выходят распространять книги. It's very interesting today's purport. Prabhupada wrote a whole paragraph to book distribution. Сегодня в комментарии Шрилы Прабхупада целый абзац посвятил к распространению книг. And the theme of the lecture today was Shravanam Kirtanam. И темой сегодняшней лекции было Шраванам Киртанам. As a means to understand God. Как способ понять Бога. So it's nice to see that devotees are being enthusiastic to preach. Я очень рад видеть, что преданные здесь имеют энтузиазм проповедовать. So please preach enthusiastically. Пожалуйста, продолжайте с энтузиазмом проповедовать. And you have a nice congregation here also. У вас здесь хорошая община преданных. So devotees desire to make everyone happy. Преданный хочет, чтобы все были счастливы. But by making them Krishna conscious. Но он знает, что счастье можно только обрести в сознании Кришны. Hare Krishna. Преданный Хари Кришна, кто вчера не успел получить книгу из рук Гуру Махараджа с его подписью, пожалуйста, присоединяйтесь. Вот. Все книги у нас по 200 рублей, кроме Кришны, он по 500. Пожалуйста, подходите. Сначала Прабху подходит, потом Матаджи. Дайте интерпретацию.
Затем будет даршан для брахмачари. Харе Кришна. На кого? Погоди. Эйбо. Эйбо. Как нормально? Спасибо. Меня зовут Шри Гуру Нитайдас. Шри Гуру Нитайдас. Мой Гуру Дэн решил уже подогаслать. Ай, хорошо. Я Самарканде люблю. Я прям пассивный раз люблю Самарканде. Бесо. Поближе, будем хорошо, чтобы он утянулся. Бедные дети, хватит для всех, как торопитесь. Дай, Павлович, а можете дать сочинение? Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна. Thank you.
I'm
Преданные, можно усаживаться на просав.